Ты как, цела? Ничего не болит? Я не знаю. Это шок. Нужно отвезти ее в спокойное место. Кажется, все в порядке. Машина меня не ударила. А ведь была так близко. Точно не задела? Точно. Не беспокойтесь. Все нормально. Держи. Спасибо. Ребят, можно вас на секунду? Вы же видели, чья была машина? Конечно. Я машину анакондовны по звуку мотора закрытыми глазами узнаю. И скрылась с места преступления. Гадюка. Кажется, Маша ничего не поняла. Это хорошо, хватит с нее потрясений. А мы должны разобраться с анакондовной. Думали, что вы уйдете от ответственности? Вы нам за все ответите! Да, за все! Дети, вы о чем? Что случилось? Не прикидывайтесь! Мы все видели! А еще учительница! Как не стыдно! Мне нечего стыдиться! Я не делала ничего плохого! Слыхали? Для нее сбить человека на машине даже не стыдно! Тогда придется нам сегодня объяснять, что такое хорошо, а что такое плохо! Дети, я честно-причестно не понимаю, за что? За Машу! Вы притормозили в миллиметре от нее на дороге! Вспоминаете? Я второй час уже в школе, а машина моя... Где моя машина? Это вы нас спрашиваете? Мать моя, литература! Что случилось? Маш, иди пока в класс. Мы сейчас вернемся. Только не нервничай! Машину обязательно найдут. Неизвестно еще, кого этот угонщик покалечит, пока машину будут искать. Не волнуйтесь, с Машей все в порядке. Сейчас позвоним в полицию, и все будет хорошо. Так это вы меня чуть не сбили? Да не, у нее вообще тачку угнали. Так что преступник неизвестен. Какой ужас. Сочувствую, Ирина Анатольевна. Отпустите! Отпустите меня из подвала! Стой! Стой! Здравствуйте, товарищ полицейский! Что происходит? Это девочка. Здесь учится. Да? А что? Вы ее учительница? Учительница. Нам нужно серьезно поговорить. Да-да, конечно. Что за люди, а? Весь кайф обломали. Ника, стой! Ты что, реально какой-то закон нарушила? Хулиганка. Ничего я не нарушала. Ну... Разве что чуточку. Как можно чуточку закон нарушить? Ой, ну а как Робин Гуд? У богатых брал, бедным отдавал. Так и я. Ты что-то украла, чтобы отдать бедным? Ну, можно и так сказать. Ой, я из-за этого полицейского совсем забыла. Мне пора. В смысле пора? А что ты полицейскому скажешь? Он же спросит, где ты. Придумайте что-нибудь. А нельзя сказать правду? Куда ты на самом деле пошла? Можно, конечно, но боюсь, что набить татуировку не очень уважительная причина, чтобы избежать разговора с полицией. Она сказала татуировку? Обалдеть. Спасибо вам. Я разберусь. Уверяю вас, больше этого не повторится. Надеюсь, надеюсь, гражданочка.
это уголовница! Это вы о ком? О Нике, конечно. Или тут еще кого-то поймала полиция на угоне авто уважаемой учительницы! Так, это Ника меня чуть не сбила. Представляешь, я сначала хотела сразу отдать ее в руки правосудия. Но потом учительское сердце сжалось. Еле уговорила полицейского отделаться выговором. Ну класс, у вас сердце сжалось, она сбежала татуху делать. Куда она сбежала? Вам не послышалось, а мы ее еще прикрывать собирались. Уголовница, она и в Африке уголовница. Татуировка. Подумать только. И что она набьет? Век воли не видать. Этого она нам не сказала. Может, что-нибудь про Робина Гуда. Ладно, давайте, наконец, уже урок начнем. В смысле? Какой урок? Вы что, так все и оставите? А что я могу еще сделать? Нормально вообще? Она меня чуть не сбила, машину вашу угнала. А вы такая вся добренькая, отмазываете ее от полиции? Слушай, у каждого бывает плохой день. У меня такого не бывает. И вообще, она мне ни слова не сказала, что была за рулем. Я требую справедливости. Если ты так настаиваешь... Настаиваю. Вызывайте полицию еще раз. Пусть в обезьяннике сидит лет 10. Маш, может, пусть Ирина Анатольевна расскажет все родителям Ники? Зачем ей портить жизнь? Она этой самой жизни меня чуть не лишила. Тоже верно. Ника, ты уже вернулась? Быстро показывай, что ты там набила, уголовница! Позорище! Выбирайте выражение! А какие еще для тебя слова подобрать? Почему ты скрылась с места аварии? Маша, какой аварии? Не надо так драматизировать. Подумаешь, ветер сделала рядом с тобой. Смелее будь. Это что за мухи? Сами вы мухи! Это феи! Она сама себя наказала. Ирина Анатольевна, не надо полицию. Да не, вызывайте полицию. Пусть тоже посмеются. Мухи слетелись на Нику. И это навсегда.